По полученным сведениям, в этом году почти 6 тысяч физических лиц обязаны были до 2 мая отчитаться о полученных доходах от сделок с недвижимостью. Однако не все предоставили декларации 3 НДФЛ. Инспекция обращает внимание, что за несвоевременное представление декларации и за неуплату налога в установленный срок, который приходится в этом году на 17 июля, предусмотрена ответственность в размере 5% от неуплаченной суммы налога за несвоевременно представленную декларацию и 20% за неуплату в срок налога. Помимо этого начисляются пени. Максимально недвижимое имущество может находиться в собственности физических лиц в течение 5 лет. Законодательством предусмотрено снижение данного срока до 3 лет в тех случаях, когда недвижимость получена физическими лицами в порядке наследования либо дарения, в порядке приватизации. А также передача имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. Налоговые органы еще раз напоминают гражданам, кто не успел задекларировать доход по сделке с недвижимостью в установленные сроки, следует самостоятельно обратиться с этим вопросом в налоговый орган. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».